помогите. Здравствуйте, все, с вами Дмитрий, а перед вами сейчас тот самый кабан, который прервал предыдущую серию, ну здорово, из-за которого я испугался. Это был охотничий трофей. Подождать. Давайте лучше подождем и ничего не будем просто трогать здесь. Снимая обувь, я посмотрел вглубь дома. Полумрак маскировал поворот в конце коридора. Что-то двигалось ко мне, волочась по рассохшимся доскам. Что? Ой, какая-то тень. Кыр-кыр. Кырк. Скрип нарастал. Нет, не скрипи. Кто это? Это, наверное, дед. Это, скорее всего, дед Полины. Я поймал себя на том, что отступаю к дверям. Полина! Полина! О, нет, это... Подождите. Пожилой искатель приключений. Ты должно быть одноклассник моей Полли. Да, здорово. Хай, old man. Да, Антон Петров. Антон Петров. Рукопожатие было на удивление крепким. Ух, это старой закалки, дядька. Очень приятно. Очень. Что такой странный голос у Харитона? А, его Харитон зовут? А я Харитон. Греческое имя, значит, щедрый. А, ну раз щедрый, это хорошо, значит, это... Вы не против, что ваш кабан упал на меня? А твое имя? Знаешь, что обозначает? Нет, не знаю, что? Никогда не задумывался. От латинского «антео» — тот, кто вступает в бой. Блин, так-то от этого пожилого, наверное, можно многому научиться. Они же обычно знают много всяких историй, много повидали. Я одобрительно хмыкнул. Оказывается, у моего имени смелые корни. А Полина? А Полина чё? Полина французского происхождения. Ну, конечно, какого же ещё-то? Если не ошибаюсь, солнечная. А, поэтому она с прибабахом. Ну, понятно, теперь всё сходится. Ребята, наверное, многие из вас знают, что в Стиме началась летняя распродажа, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта в Стиме? О, нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис steamcopycode.com. С помощью него вы можете легко, быстро и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а по моему промокоду MANOVER стоимость пополнения вашего баланса будет 16%. Торопитесь, действия промокода ограничены. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта MONVER. Вот сколько у меня тут, 1600 тенге находится. Все, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Steam, выбрать валюту, которая придет вам на аккаунт, в моем случае это тенге, применить мой промокод MANOVER, а также пополнить. И баланс на моем стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. Кроме того, если вы залогините сервис через ВК или Telegram, вы получите бонус 50 рублей, а также 2% кэшбэк с каждого пополнения. Ссылку на сервис steamcopycode.com я оставлю в описании. Промокод MANOVER. Всем удачи. Че это ты прищурился так хитро? Ну-ка свой глазик это успокой. А знаешь ли ты, Петров Антон, что в старину у людей два имени было? Настоящее и то, что они называли незнакомцем. Блин, я так обычно Андреем представляюсь или Олегом, не знаю почему. Считалось, что подлинное имя, попав к нехорошим людям, могло обернуться против человека. Не, ну вот эти пожилые ребята точно знали толк в жизни, скорее всего, в этом был какой-то смысл. По имени называли хвори. Ой-ой. И даже смерть. Не, ну это какие-то уже магические обряды старообрядцев. Ого. Ого, нифига. Вот тебе и ого. Слушайте, этот дедок реально многое знает, шарит. И зверям имена придумывали не просто так. Харитон подъехал ближе, на месте, стой, скрестил руки на груди. Я задумался, дома ли Полинины родители? А где они реально? Она же ничего и не сказала. Она ни разу не говорила о маме, только о дедушке. Так она реально ничего не рассказывала. Чтобы поддержать беседу, я спросил, что? А медведь? Медведь? Миш Фред? О, имя медведя неизвестно. Я знаю имя медведя. Фред. Улыбка старика стала шире, обнажился чистокол металлических коронок. Слушай, дед, он что-то пытается ко мне на своей коляске подкатить, по-моему. Слушай, ты давай-ка это... Не надо мне вот это вот, сказочки вот эти. Что-то какой-то он с хитрецой, смотрите. Что-то недоброе в нем есть. Он поднял руку, поводил ею в воздухе, как граблями, расчесывая пальцами пустоту. Скирлы, скирлы, скирлы. Что? Это что, пожилой любитель фараона? Или что? Ска, ска, ска. От скрипучего звука я визжался. Дед, ты угомонись это. Пожилой олд фанат. То я медведь на липовой ноге. О, нет. На березовой клюке. О, нет, он начал наваливать. Все по селам спят, по деревням спят. Да дед, хорош наваливать уже, слишком плотно.
Одна баба не спит, на моей коже сидит. На моем кок сидит. Мою шерстку придет, мое мяско жрет. Я даже не хочу знать, про какое он мяско говорит. Почему эти шутки, они всегда здесь рядом где-то? Или я такой? Я не знаю. Антон! Ура, Полина проснулась, она наконец-то прибралась. Глаза старика пригвоздили меня к дверному полотну. Что? Можно я уйду, Антон, ребята? Проходи в комнату. Ребята, можно я пойду? Мне уже неохота. Я и с самого начала не хотел идти в эту квартиру, а сейчас тем более меня дед, фанат фараона, запугал сказками. Че это вот это за улыбочка у него такая? Потом улыбнулся, как ни в чем не бывало, откатил коляску. Ну, заболтал я тебя. Ступай. Что-то ты какой-то под... Эх ты пожилой Харитон, я-то тебя знаю, хитреца. Я стряхнул оцепенение и засеменил по коридору. Приятно было познакомиться. Да, ну не очень, на и самом деле. И мне, Петров Антон, и мне. А что с голосом? Я с облегчением проскользнул в комнату Полины. Опа, Владимир Высоцкий, аниме. О, а вот это, походу, мексиканец и ее батя. Усатый. Если усатый, значит, это отец 100%. Дедушка тебя не сильно донимал? Не, ну как сказать, он мне тут пару историй рассказал, я чуть жиденького не выдал прямо у вас в прихожке. Он очень интересный. Ну он такой интересный, я бы здесь многоточие поставил, с прибабахом такой. Такой же, как Полина. Небось, ты теперь знаешь все о своем имени. И о твоем я тоже знаю, солнечная мадам. Че тут такое? Вот это ее батя. А это твои родители? Да. Полина потупилась, че? Да. Да. Они погибли много лет назад. Я их практически не помню. Ну все, ладно, вопрос исчерпан, сорян. О. О. Я чувствовал себя ослом, ведь и мог догадаться, что Полина сирота. А в смысле, а типа, если у нее дед есть, она что, все равно сиротой считается? Что за... Давай не будем о грустном. Да, давай, это, что мы сюда пришли вообще, собственно? Веселуха будет, познакомься не? С Джоаной. С кем? Who the fuck is... Кто? А, кот. О, кит, привет. Блин, у него недобрый взгляд, он сейчас на меня набросится. Мне кажется, что он кинется на меня через монитор. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть свернувшуюся у батареи кошку. Привет, Джоанна. Ха! Ха! Кошка ударила хвостом по ребристой батарее, зашипела, показав клыки. Не прости, надо. Прости, она не особо дружелюбна. Бери этого кота, он меня раздражает. К такой реакции я привык. А как у нее вообще кот дома есть, если она животных вообще ненавидит? Она же псишка. Полина села на диван, болтая изящной ножкой, поправила покрывало. Что надо? Чем займемся? В смысле? Это ты мне еще вопрос такой задаешь? Это ты меня позвала вообще-то к себе на хату? Хотелось красоваться и хвастаться. В общем, делать что угодно, лишь бы Полина смотрела на меня как можно дольше. Ой, да не надо вот эти вот подкаты. Она меня разбудила, когда я был со своими друзьями, и сон был цветным. Меня бесит это. Ой, подожди, что произошло? Вот только застыть в изящной позе мне помещало бряцанье клавиш. Оказывается, я не заметил открытое пианино и уселся на него. Ой-ой-ой. Ой, Кузбасс пианино. Подпрыгнув от испуга, что за каламбурная музыка сейчас была, чуть ли не растерял все свое обаяние. Следом грохотом захлопнулась крышка инструмента. Ой, тут же со стола сиганула перепуганная Джоанна. Кошка рванула вверх по шторе. Опа, аниме. Метнулась в укрытие. Нет, кот, зачем ты порвал аниме? Судя по взгляду Полины, плакат ей очень нравился. Ну, Полина, это твой прости, кот. Прости, я не хотел. А я-то тут при чем? Она закрыла глаза, губы ее скривились, лоб сморщился. А ей вообще что морщится? Я из-за нее люлей получил. Не беда. Конечно, не беда. Нет такой поломки, которую нельзя починить с помощью изоленты. Синей изоленты? В этом случае с помощью скотча. Не, давай синей изолентой сделаем. Это как приколюхи из сталкера. Типа, сейчас сделаем. Синей изолентой. В смысле я должен... Подождите. Игры для молодых интеллектуалов. Слишком тяжело. Слишком сложно. Так, секундочку. Как вам вот такое лицо интересно выглядит, да? Е-бой, я собрал. Последний кусочек плаката лег на свое место и показал, что вместе с ним в комнате воцарилась утраченная гармония. Это же персонаж из Сейлор Мун? Сейлор Юпитер или как там ее? Там Сейлор Марс, может быть, Венера, Плутон. Мне вообще без разницы. Да нет же, это Сейлор Сатурн. Блин, а есть Сейлор Солнышко? А еще у нее раздвоение личности, представляешь? Прям как у меня, биполярочка. У меня тоже раздвоение личности, когда я играю в РП-проекты, там, где Аня вишневый смузи залетает. Так, Полина начала там играть на своей скрипочке, угомонитесь. Фа диез минор. Да-да-да, ля мажор. Как же мощно, а! Как и все хорошее, музыка закончилась слишком быстро. Полина замерла, опустила руку и поклонилась. Ой, я что-то вскочил, захлопал в ладоши. Браво! Кто это сочинил? Кто это сделал? Роберт Шуман. Роберт Шумахер. А вот кто теперь мой любимый композитор. Бра! Бра!
Во. А что произошло? Слог «во» стал возгласом изумления, когда что-то яростно взвыло под моей ногой. Что? Кот? Чё, я на кота наступил? А, нет, я наступил на хвост. В порыве восхищения я позабыл про кошку и нечаянно наступил ей на хвост. Я не успел озвучить слова извинений. Нет, кот! Тихо! Кот, успокойся! Джоанна взвилась по моей ноге, вцепилась в бедро. Сквозь штанины острые когти пронзили кожу. Ай! Ай, блин! Чё, коту леща дали или что? Джоанна! Гадость какая, брысь! Я морщился, трогая бедро, явно хорошенько расцарапанное. Полина сочувственно приобняла меня. Да одни страдания больно. От этой Полины. Больно, конечно. Да так, я сам виноват. Да это виноват Ой, кот. Я ей покажу, как бросаться на моих гостей. На самом деле мне не больно, не трогай кота, пожалуйста. Не делай ему ничего плохого. О нет, пробитие, картечь. Меня волновала не столько боль, сколько ущерб нанесенной одежде. Мелкие дырочки испещрили штаны. Мама будет счастлива. Твоя Джоанна, дама с характером. Ни хера себе, штанину порвала. Вы поладите. Не поладим, я больше к вам не приду. Если ты не умрешь от потери крови, конечно. Ой, как страшно. Она повертелась, осматривая комнату. Куда пошла? Где-то тут был йод. Да нафиг он нужен? Не обязательно. Что значит не обязательно? В смысле? Еще никто не умирал в моей спальне. И я хочу, чтобы так продолжалось впредь. Да я и не откисну, у меня все ок. Снимай пока штаны. В смысле сним... В смысле? Не понял, нет. Я вообразил себя перед Полиной в одних трусах. Нет. Как она, нагнувшись, обрабатывает рану. Нет. Не надо, Полин, ну правда. Полина, нет, все. Прекрати, шутки шутками, а вот это вот уже лишнее. В смысле, она расчехлила, по-моему, бутыль. Не слушая меня, она смочила вату коричневатой жижей. Пациент, я готова. Спускайте. Нет! Перестань сопротивляться! Дай я тебе помогу. Да я буду до конца сопротивляться, отстань от меня. Дай мне ватку, я сам промою. Что так? Что это за подкат? Полина решительно шагнула вперед, схватилась за пряжку ремня. Что такое? Что это за парень? Ребята, можно я пойду? Зачем я за этим наблюдаю вообще? Она захихикала. Что тут происходит? Ребята, можно я реально пойду? Может, игра сама себя доиграет, а я просто скроюсь? Отступая, я врезался в диван, упал плашмя на его мягкую поверхность, Полина приземлилась сверху. Что тебе надо? Ей таки удалось стянуть с меня штаны, я лежал под ней частично ноги, и сгорал от смущения. Ты чё прицепилась ко мне? Ты чего? Чё такое? Ничего. Красивый ты. А, спасибо. Того же я не могу ответить взаимно. Не скажу взаимно. Мне кажется, что я все эти годы ждала, когда ты в поселок приедешь. Чё это за подкаты такие? Мое сердце выстукивало бешеный ритм. Так, Антон, спокойно. Антон, тихо, походу кровопотеря началась. Я забыл, что лежу под ней без штанов. Мне хорошо с тобой. И мне. Да... Я встретила человека, который меня понимает. Успокоились? Это дороже скрипки Гварнери. Нет, нет. Почему нельзя вскочить и убежать? Короче, вот эту дичь я немножечко прикрою, чтобы это... Ну, как сказать-то, я не знаю, это вообще легалочка или нет, подъехала. Погоди. Я увидел приоткрытую дверь. Из щели за нами следил Харитон. Это что за... Cold Production. Кмурое лицо будто плавало в черных водах темноты. Глаза впились в меня. Дед, все, я ухожу. Извините. Ситуация реально как бы и смешная, и страшная одновременно. Ой, дед отъехал. Пораженный оторвался от Полининых губ, прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня непонимающе, раздосадованно спросила. В чем дело? Слушай, короче, мне пора валить. На меня дед очень странно посмотрел. В общем, всего хорошего. Не выпутался из... А, красавчик. Натянул штаны, с третьего раза застегнул ремень. Ни в чем. Ни в чем я дело. Я вспомнил просто. Пообещал маме вернуться к ужину. Красавчик. Уже правильные мысли начали промелькивать. Пора сваливать отсюда. Не уходи. В смысле не уходи? Все, хватит. Полин, послушай. Не уходи, Тош. Ну, вот еще заистери здесь. Вот, вот заистери только. Нет, да... Что такое-то? Это опять попытка манипуляции. Она пытается склонить мое поведение в ее сторону. Ни хрена, не поддамся. Я оцепенел от неожиданности. Настроение Полины сменилось моментально, так же, как и тема в монологе ее деда. Да дед вообще странный. Дед был старым и чудным. Забери меня с собой. Куда? Ты тут живешь, я у себя живу. Какие проблемы? Ты чего, Полин? Ну перестань. Че с тобой? Я беспокойно склонился к ней. Ну хватит, правда. Все же хорошо. Что произошло? Я здесь с ума сойду!
пойду. Не знаю, руки на себя наложу. Ты что, больная? Я не знаю. А что делать в такой ситуации-то? Нет, что произошло? Она повалилась на кровать, ладонями прикрыла лицо. Всхлипы превратились в сдавленные рыдания. Нет, она заистерила. Завтра же соберем вещи и уедем в город. Куда? Мы шкилка, понимаешь? Мы не можем уехать. Нам по 12 лет. Вот, правильно, да. И что? И что? Тебе нравится жить в хибаре у леса? Вообще-то это проклятый старый дом, и там есть топор. А мне, думаешь, по нраву гнить, заточенный в четырех стенах? Ну, слушай, придется потерпеть до конца шкилки. Че тут, ничего не поделаешь. Ее кулачки били по дивану, тело выгибалось. Ничего, нормально. Если ты мужчина, опа, уведи меня из этого места. Антон, собираем вещи. Pack it up, baby. Пора уходить. Отчеканил внутренний голос. Я был с ним солидарен. И я тоже солидарен. Прости, тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. Да-да-да, это голос хотлайнера сейчас сказал. Дед, только не набросься на меня, пожалуйста. Надел куртку, сунул ноги, ботинки. О, нет, дед! Нет, только не фанат фараона. Я уставился в темноту, думаю о медведе-людоеде. Плач Полины раздавался за стеной, а на меня надвигалось нечто скрипящее. Это Харитон. Коляска старика притормозила в 2 метрах. Нет! Уходишь? Так быстро? Да, можно? Я все просто. Я хочу испариться. Я промямлил, шнурую обувь. Простите, мама будет беспокоиться. Да. Ты знаешь настоящее имя своей матери? Петров Антон. Зачем это вообще? Тут вопрос странный. Чему плачет Полина? А она сама заистерила? Что случилось? А сама просто легла и начала истерить. Я откуда знаю, что случилось? Вот было и было, и стало. О, нет! По-моему, эта отговорка не помогла. Харитон нащурился на меня. Пойдем на кухню. Чай пить будем. Да дед, меня мать дома ждет. Я там чай попью. Я тортик разрезал. Да мне досрать на твой тортик. Меня ждут. Вот именно, меня ждут. Подождут. В смысле? Перестанут. Ну, пойдем, пойдем. Не, ну Харитон, ты извини меня, охуел. Я не пойду. Он хныкнул капризно. Да мне еще ты тут заплачь, истерику устрой. Оба еще заистерите и забейте кулачками в подушку. Я вскочил на ноги, старик улыбался надсадно. Я повернулся к нему спиной, пальцы сжались замком. Скэрли, Скэрли! Мне не позволят уйти, наедут сзади, коляской утащат. Блин, если дед там, конечно, у него коляска лоурайдер. Скэрли, Скэрли! Че ты, дед, орешь на меня? Дверь отворилась, впустив в душный коридор зимний мороз. Как твое настоящее имя? Андрей, Андрей. До свидания. До свидания. Пока. Дед Харитон. Наконец-то. Это, походу, был еще один проклятый старый дом. Я вылетел на крыльцо на дорожку. Ну и ну, что за концерт устроила Полина? Да это истеричка. Это типа вот это. Знаю, все отлично. Да, я истеричка. Ладно, пойдем по улице домой. Эй, это кто? Это Рома? Я встрепенулся и откинул взором улицу. У забора маячил неясный силуэт. Кто здесь? Кто это? Ну-ка, покажись. Опа, да, это Рома. Я узнал Ромку. Чё тебе надо опять? А чё за истерика? Рома? Рома, ты чё? Он плакал, прячась в темноте. Ну, привет. Ну, здорово. Разве я не предупреждал тебя, а? Вы чё, у вас сегодня вечер истерики у всех? Вы чё все заплаканные такие? Разве не говорил, что убью, если увижу рядом с ней? Она сама предстаёт, Рома. То, что ты симпил, это вообще не моя вина, как бы. Если хочешь люлей не получить, уходи отсюда. Чё такое? Опять классика, ножик? Что у тебя там еще может что-нибудь завалялось? Раздался щелчок, сверкнул нож, бабочка, скинчик. О нет, он опять начал мне угрожать. Ром, убери нож. Рома, убери нож. Ты же помнишь, что у меня есть специальный амулет коготь смерти? Ты мне ничего не сделаешь. Думаешь, я псих? Да. Я покажу тебе, что делают психи. Да ты псих, иди домой уже, симп. Иди покури, попей. Не знаю, передерни. Ромка шел на меня скались. Ну-ка, тихо. Жалкий ублюдок. О нет, у него эпилепсия. Пина пошла изо рта. Остекленевшие глаза заволокло туманом ненависти. Вот он, да, амулет коготь смерти, который мне дала Полина, снова вышел на выручку. Что ты скажешь на это? Беги, просигналил внутренний голос. Спасай свою шкуру, это голос хотлайнера, надо идти. Жалкий грязный ублюдок. Бежим. Вдруг он завыл, горестный вой взвился к звездам. Чего такое? Зачем ты прикусил нож? Рома зажал зубами рукоятку ножа, лезвие торчало наружу стальным клыком. Чё такое, Рома? Рома, что с тобой? Его тень по-звериному нахохлилась. Слюна капала на стек. Рома,
О, нет, погодите, обезумевший Ромка зарычал и бросился ко мне. Беги! В смысле, что за херня? Я побежал, не разбирая дороги. Ботинки вязли в сугробах. Шум поднялся такой, словно за мной гнался не ровесник, а какой-то зверь большой, да уж. В смысле, Рома? Так я же говорю, что Рома это волчара. Опа, синий трактор. Я уже вижу, что это синий. Фонари мигали панически. О нет, если моргают фонари, это значит бес рядом. Я заметил сельмак, кинулся к нему. Дернул ручку, заперто. Ну конечно, в стекле отразился переулок. Что-то огромное жуткое двигалось оттуда, окутанное метелью точно похоронным саваном. Нечеловеческий вопль пронесся дворами, ввинтился в уши. Да блин, это чё Рома там бесится? Прошла минута вторая. Я трясся, всматриваясь края врага в черне. О нет, там... Там волк! Кто это? Нет, он идет ко мне. Приближающаяся тень. Мальчик в маске волка вышел из леса и остановился передо мной. Так это Рома! Друг! В смысле? Друг? Не понял, он мне скин отдал? Он разжал кулак, нож, бабочка упал на снег. Вот это подарок. Тебе ничего не угрожает. Мы же говорили. Это Рома или не Рома? Не веря своим глазам, я поднялся на ноги. Волчонок махнул рукой в сторону просеки. Все в порядке. Иди. Так а чё, типа... Опять чё произошло? Типа Рома перестал себя контролировать, стал волком, но в волчьем обличье он понял, что он мой друг или что? Я был слишком испуган, чтобы задавать вопросы. Еще не знал, что ждет меня в месте, которое я по ошибке называл домом. А чё дома? Входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра. Мне показалось, что иней покрывает мою кожу. Я стиснул кулачки. Итак, заходим домой. О, нет, дома темно, что-то страшно. Чё там батя опять ругается? Мы все в опасности. И все из-за тебя. А что такое? Опять на батю гигачада накидываются? И не ври, ты видел его в поселке. Кого его? Он вычислил, где мы живем. Кто? А, у бати же были какие-то бандитские движухи, у него же ган. Это был не он. А кто? Я читала в газетах, на что способны твои дружки. О, нет, слишком жесткий криминал. Походу, батя шутерок тот еще. Я побежал к спальне. Родители снова ссорились, выясняли отношения. Пусть они прекратят. Нет, они опять Олю до истерики довели. Я отогнал видение, в котором сестру за мои грехи убивал ножом Ромку. Нихера, пусть только попробуют, пес, блин. Они разведутся. Ну, возможно, раз они так ругаются. Ну, пока еще ничего не произошло, так что... Да они опять орут, да батя, ну тихо. Во, в комнате мы заперлись, отлично. Почему тебя не было так долго? А потому что меня таскали по гостям, и я слушал пожилого скрылы-скрылы. Опа, что-то стукнуло. Опять сова. В этот раз я не испугаюсь. Оля вздрогнула, бросила взгляд на окно. Ой, опять стреляют. Снежок повторно шлепнулся в раму. Ты ждешь кого-то? Да никого я не жду. Давайте откроем. Опа, это же мои друзья. Хай, бойс, ребята, привет. Уж лучше с ними, чем у пожилого скрылы-скрылы. Ребята, заберите меня к себе, пожалуйста. Привет. Я вам тоже машу. Чтобы в такую погоду дома сидеть, надо быть очень скучными детьми. Согласен, давайте тусоваться. Дайте только не вообще игры играть, а то у меня лапка болит. Да Сёма, хватит уже симулировать. По чуть-чуть, и потом отдохнем. Конечно отдохнем, а то твое пузо спадет, Сёма. Фигурки лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Да блин, батя там ругается, я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Все, шапочку напялила, все, пойдем. Ко мне тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Как же долго! Да я согласен, это вообще просто меня там задушнили везде, в шкилке, дома, вообще грязь какая-то. Пока мы вас домоседов ждали, то чуть не состарились. Да реально, как пожилой дед Харитон скрылы-скрылы. Дайте хоть минуточку в себя прийти. Ладно, Сёма, отдыхай, а тут у тебя кардионагрузка сильно большая. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Так ты ее перепугала до усрачки, еще и меня тоже перепугала. Меня зовут Оля. Да. Раньше я... Ну, я просто тебя боялась. Так ты потому, что она прыгала в окно и скримаки кидала, конечно. Тебя испугала наша совушка? Конечно испугала, она даже меня испугала. Я тут жиденького со стула оттер кое-как. Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Деда Харитона я только знаю, как ты. Как? Нужно идти по сладкой тропинке. Сейчас опять конфетами закидает. Алиса наклонилась, вынула из снега конфету. Откуда она взяла? Вот это, кстати, неплохая масочка. Нихера, я бы такую сейчас бы тоже затрепал бы конфетку, слушай. А мне? Посмотрела на меня вопросительно, я кивнул. Пусть хавает. Сестра захрустела конфеты, что-то сильно твердая, по-моему, была, замерзшая. У нас что? В лесу завелся Дед Мороз? Вообще, что за фокусы такие, а?
Откуда она из снега выдернула конфету? Слушая их ребяческую болтовню, я почему-то вспомнил Ромку. Как во время погони тот истошно закричал всего за пару минут до появления волчка. Что случилось с Ромкой? А где Ромка-то реально? Поверь, он в порядке. Да это же Рома вот этот вот стоит. Вот это Рома. Кто такая сова и кто такая лиса? Вот это я расшифровать не могу. Жив-здоров твой Ромка. Где он есть? Только такой вредина, как он, вряд ли получит от Деда Мороза подарок. Что такое? Ой, откуда, на чем держится этот хвост? Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом точно факелом. Fuck you, man. Оля инстинктивно двинулась за ней, засмеялась, вынув из сугроба вторую конфету. Вы такие бодрые, на вас аж смотреть противно. Да мы на бодрячке, потому что это, двигаться больше надо. Спорт, видишь, спорт, что написано у меня на шапке, вот этим занимайся и нормально будет. А ты давай не зевай. Понял. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Нифига, откуда они конфеты берут? Что за бред? Что же. Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Чё? В каком дворце Дед Мороз? Что-то круглое пролетело возле моего виска. Опа, зефирка! Зефир! Фу, слишком сладкое дерьмо, вообще терпеть не могу зефирки. Стройные сосны великаны встречали нас шолохом Сугробы полыхали, точно расплавленное серебро. Как же красиво! А я думала, в лесу страшно. Ну, нормально, ярко вроде. Нас родители пугали лесом, снегом и совой. Это песня? Ну, а мы с совой играли в снежной чаще под луной. Блин, ну она исполняет, конечно. Я старался не упускать из виду Оли, но это было довольно сложно. Сестра кидалась за кусты, подбирая новые конфеты. Что-то это какая-то замануха, знаете. Все-таки вот что-то нехорошее в этом есть. Нельзя до конца доверять это. Алиса встала как вкопанная и важно отодвинула полог переплетенных веток, как в театре открывают занавес. Опа. В смысле, за преградой была поляна, а за ней серебрился дворец изо льда. А, они что, построили что ли из снежков? О, это все взаправду? Ни хрена себе крепость, да, еще флажочки. Щипнуть тебя. Да. Не надо ее щипать. Нет. Мы смотрели на сверкающее чудо, башенки и стены были выложены из снежного ледяного мрамора. Ни хрена вы строители! Где-то ласково зазвенели колокольчики. Чьи колокольчики зазвенели? Кто-то замерз, по-моему. Милости прошу к нашему шалашу. Это их база. Дважды приглашать не пришлось, мы вошли в замок. И чё там? Кто? Дед? Что? Что тут происходит? Вот Дед Мороз сидел на сверкающем трубе. Дед! А чё у деда? Двойной колпак странный какой-то, шутовский. И он сидит. Харитон тоже сидел, алё. Ну, в смысле, на коляске. Чё-то у меня подозрение. Антон и Ольга. Чё-то голос какой-то. Голос исконно Деда Морозовский. Ох, и намучились же вы, ребятки, пока сюда добирались. Ну, слушай, голос какого-то реально старообрядца. Возможно, это реально Харитон. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли. Чё-то сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми, звонко, беззаботно, словно он был ее ровесник. Знаю, ха-ха-ха, всё знаю. Да не может быть тут что-то хорошего, тут дети пропадают, объявления везде клеют, менты ищут и... Мне мои друзья докладывают. Это Харитон, это голос харитоновский сейчас я услышал. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. Я был покладистым весь год, дай мне подарок. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Потому что дед не даст им ничего. Лентяем и грустяем, конфет не запасаем. Это такой Дед Мороз-коммунист, типа, иди работай. Да это какой-то, этот, какой-то дурман, походу, газ какой-то вокруг хаты плавает. Я не знаю, как это еще объяснить, что тут происходит. Есть у меня для вас кое-что особенное. Что? В огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао, халвы и мандарин. Да, мандарин? Спасибо, но мы уже ели конфеты. Да, мы как Семен станем. Дед Мороз глядел на меня внимательно. Только напугай меня, попробуй. Разве то конфеты были? Так, одно название. Так, а что там у тебя, пожилой кондитер? Ну-ка, покажи. Вот у меня конфеты волшебные. Прямиком из Небыляндии привезённые. Что-то вот это, какие-то волшебные конфеты. Я вам говорю, это таблетки, наверное, какие-то. Из Небыляндии?
Надо бы на вам три дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. Ох ты, пожилой пазл. Я не успел разлепить пересохшие губы. Да! Да. Тогда слушайте первую. Да. В нем живут машины и хранятся шины. Это гараж. Я посмотрел по сторонам на детей в масках. Что такое? Это странно, погоди. Они замерли в углах, но их тени плясали на стенах. В смысле? Ой, что-то тихо гудело, я подумал, рабе, это ворчат их желудки. Не понял. Гараж! Верно! Гараж, и что дальше? Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Ну давай, дед, ну что-то меня это все равно, мои подозрения усиливаются. Весь день ходит, как тень. Посудой гремит, на всех шипит. А кто это может быть? Мать, что ли? Я вопросительно вскликнул, я вопросительно вскинул бровь. Мама? Мать? Оля потянула руку. Можно я, можно я? Кто? Это кошка. Кошка? Верно. Осталась последней загадкой и подарки ваши. Чё-то тут не так, дед, чё ты тёмный такой? Вот незадача, ребятушки. Чё? Запамятовал я, о чём же была эта загадка. И опять весёлая музыка началась. А может, наши друзья зверята нам подскажут? Не надо! А, блин! Ряженые дети с гоготом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе, смутно напоминающем пляску у моего окна в ту злополучную ночь. Дед Мороз сидит на троне, пряча в бороду смешок. Смешок? Не дай нас слишком долго. Развяжи скорей. Чё? Мешок! Мешок? Дед Мороз засмеялся довольный. Убедили старика. Получайте. Не надо, что там? Высыпал из багрового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Опа. Спикерс. Вот это да. Я вытер рукавом выступившие слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Чё? Это как... Это замануха, не жрите это. Именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая небуляндия, без унижений и запретов. Наконец-то мы будем счастливы. Антон, давай-ка ты не будешь. Вот это вот только в сказке бывает, ёпта. Он встал, это не Харитон. Харитон на коляске ездил. Дед Мороз распрямился, покидая тронь, и воздел руки над угощениями. В смысле, что за бешенство такое? Звери по бокам тоже подняли лапы. Такое чувство, как будто Дед Мороз их на вот этих конфетах держит, и они просто... Ходят под ними. Их глаза блестели ярче драгоценных камней, пасть волка была мокрой от слюны. Да будет пир на весь мир! Я не верю в это! Они... Это выглядит ужасно. Это выглядит не так, как будто они счастливы, а как будто бы их реально не кормили. Звери, толкаясь и рыча, бросились поедать конфеты одну за другой. Сразу схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. Не ешь, Оля! Принять или отказаться? Ты посмотри на них! Они же будут... Мы станем такими же... Оля, не ешь! Оля, положи. Я вцепился в Оле на запястье так, что она пискнула от боли, то ли неожиданности. Не ешь! Не ешь, Оля! По залу прошелся настороженный шепот, шевельнулись уши масок. Я не стану таким, как они. Этот выбор я делаю, исходя из того, что, скорее всего, мы станем такими же балбесами и дурачками, как они. Тут что-то не так. Надо это расшифровать. Что случилось? Ребята, можно мы пойдем? Мы, конечно, с вами друзья и все такое, но вот эти баунти, хуяунти, себя оставьте. Ничего страшного. Не-не-не, давай не будем, а? Я первый раз от твоей турбы отказался, я и сейчас от нее без нее проживу спокойно. Просто Тоша верит в несуществующий диабет. Да, и в микробов там. Что-то страшное начинается. Нет, дед. Дед Мороз склонился надо мной. От него пахло карамелью и совсем чуть-чуть сыростью. Давайте не будем портить праздник, друзья. Ну, дед, ну мы отказались, но мы не хотим есть конфету. Сегодня каждый должен веселиться. Ешьте и пляшите. Давай не будем праздный образ жизни тут это вселять. Нет, не хочу. Оля попыталась отнять руку, но я не разжал хватки, красавчик. Я смотрел на сладости и на высокого старика принюхивался к просачивающемуся запашку. Гниль, маскированная приторным ароматом,
вонь дикого зверя. Я же говорю, казалось, какое-то сильное наваждение перестало действовать. Вернулся холод, усталость и страх. Вот! Я же говорю, что это замаскировано. Спасибо, но мы сыты. Мы сыты, да. Не, да не сыты. И всё. Мы пойдем, наверное. Мама с папой переживают уже. Да-да-да, пойдем. Нет, не остановись. Я потянул сестру к выходу, но Алиса встала на перерез. Что за черви? В руках она держала фарфоровую тарелку. Мне померещилось, что блюдо наполнено опарышами, но как только взгляд метнулся к подношению, вместо тошнотворно шевелящейся массы оказались мармеладные звенья. Фу, не хочу. Хорошо, Антон. Мы же друзья, правда? А ты давай-ка дружбу на вот это не фасуй здесь. Блин, можно я от вас, ото всех откажусь? От Алисы, от Полины и просто пойду домой в Дэнди играть. Вспомни, что я обещала. Что? Никто не причинит тебе зла, пока я рядом. А мне кажется, вот ее пытаются мне подставить. Типа, как сказать, такой агент-переговорщик. Чтобы она, типа, меня пыталась склонить на их сторону. Как бы медиум такой. Съешь, пожалуйста, всего одну. Да не хочу я. Съешь, а? Нет. Антон, пусти! Ну пусти! Нет, не пущу, Оля. Тихо, я здесь принимаю решение. Теперь и ты все мне запрещаешь, прям как мама! Это для твоего блага. Я с подозрением посмотрел на Алису, пытаясь найти, чем ей возразить. Но не смог. Варежка? Вспомнилась окровавленная варежка Вовы. Это было лишь иллюзией. Почему это? Кто вы? Вы кто такие вообще? А на кого мы похожи? Да вы похожи на клоунов на каких-то. На кошмары, терзающие мой больной рассудок. С нами вас никто больше не накажет. Да что такое? Не запрет в комнате, не бросит в одиночестве. Не-не, дед, что-то ты темнишь, какой-то ты маньяк. Никто не заставит вас делать то, что вам не хочется. Да это маньяк какой-то. Откуда вы знаете, чего нам не хочется? Да. Старик потрепал за ушком громко чавкающего волчика. Я знаю. Что ты знаешь? Мне шепчут ветра и тени, холодные звезды и безграничные небеса. Ну, дед, то, что ты сейчас пукнул, это ты вообще ничего не сказал. Все живут мечтами. И что ты... И ты мне что вообще этим хочешь сказать-то? Я не... Мое мнение ты хочешь изменить или что? Я непоколебим, это мой выбор. О, я отлично знаю детские мечты о счастливой и беззаботной жизни. Да что он мне тут несет? Той, а? В которой есть чудеса и дикая свобода. Дик? Голос его был громом, от которого волосы на голове вставали дыбом. Все это будет вашим. Стоит только захотеть. Да это какой-то маньяк. Стоит только согласиться. Это мне говорит о том, что я сделал только что правильный выбор, когда я отказался. Согласиться. Нет, Оля, не попадайся под эти внушения. Оля, рот закрой. Да, моя дорогая. Нет, Оля, нет. Вкусить это. Не-не-не. Зайчик, отведай хотя бы кусочек. Это какая-то вообще дичь. Это какая-то... Это какой-то допинг, я не знаю. Уйдите отсюда. И тогда ты все поймешь. Ничего я не пойму, отстали от меня. Принять или отказаться? Я не буду это принимать, идите в задницу. О, ой, блядь. Ох ты, смотри. Я вам говорю. Смотрите, как они пытаются меня заворожить вот этой вот хуйней. Я отказываюсь, отказ. Вы все меня хотите наебать. У вас не выйдет. Петушки. Моя правда до конца. Морда совы нервно подергивалась. Пасть волка истекала слюной. Медведь переминался с лапы на лапу. Да это Сёма, а не медведь. Вы все сожрали это и стали такими, паскуды. Я уйду отсюда живым. Ой-ой-ой. Сзади нависал тот, кто все это время притворялся Дедом Морозом. Притворялся Дедом Морозом. Я сказал, мы уходим. Мы уходим. Я покрепче стиснул руку сестры. Конфета выпала из ее пальцев, шмякнулась об пол. Пошли. Теперь Оля испуганно озиралась. Я сказал, мы уходим. Не передразнивай меня, Алиса, хуиса. Идите отсюда. Услышал мелодию флейты, но теперь она напоминала свист хлыста и агонию рыбы, выброшенной на лед. Что? Затем ледяной терем заполонил детский плащ, перерастающий звериный лай из хруст костей, звук лопающихся шкур. О нет! Вдребезги разбилась фарфоровая тарелка, до краев наполненная опарыш. Я же говорю! Нет! Нет! Ой, бля, что такое?
Рыжая шуба Алисы лопнула по швам, выпустив смердящий пар. Ой-ё, я говорил, что тут что-то не так. Нет, ее искореженная морда оскалилась и вонь шибанула мне в ноздри. Нет. Лиса кричала, кровь текла по ее щекам, будто слезы, заставляя шерсть слипаться. Облысевший хвост бил позвонками о стену. Чё за ужас? Чё за ужас? Это еще хуже! Я заслонил с собой плачущую сестру. Видишь, Оля, ты хотела опарыш? Хотелось сорвать очки, чтобы все это не видеть. Нет, я обернулся к сове и скривился от отвращения. По-моему, я не выйду отсюда уже. По-моему, мне хана. Я притянул шокированную Олю к себе в панике, ища выход. Нога угодила в гору сладостей, это были не конфеты. На полу лежали человеческие останки. Они жрали людей? Что? Твари, я рассекретил вас всех. Крошечные черепа, плавающие в реках крови скальпы. Ой-ой-ой. Это маньякское логово. Нет, это дед. Это маньяк. Это мультик. В смысле, это сатана? Что? Чё, бля? Надо мной возвышалась рогатая уродина, сжимая в длинных когтистых руках костяную флейту. А, это он, дудец? Так это сатана или что это? Гигантский сбросивший обличье старца козел. Черный, источающий ненависть и злобу. Он спепелял раскаленными углями глазищ. Это нереально. Опа! Что это за место? Лед откалывался и таял, стекая в грязные лужи, под ним обнажались металлические стены. Я понял, что мы обречены в тесном чреве темницы, оцепленные воющие чудовищами. Оставалось лишь крепче прижимать к себе сестру и смотреть, как сужается круг, как мерзкие лапы тянутся из кровавого Марио. Марио? Я разорву их на части. А так как это? Что за происходит? Как оно вообще дошло? Это же такой сюрреал. Я вырву их глазные яблоки и трахну их сочащиеся раны. В смысле, кого ты трахнешь? Я тебя сам трахну, волчик. Вот это было лишнее. Где мой коготь смерти? Он все еще со мной. Головка. Пасть рычащего волка клацнула, словно клапан. Густая белая пена брызнула в нашу сторону. Как же я утомился слушать их сраный гондёк. Блин, как это все глубоко, да, на уровне? Я же живьём сорву кожу с этой грёбаной козявки прямо на глазах ее братца. Не трогай Олю, сука! Я заставлю его съесть собственную сестру. Накормлю его десято её потрохами. Блять, какой ужас! Пожалуйста, хозяин! Нет! Вдруг визг флейта отдернул их, словно поводок. А, он их, короче, околдовал, чтобы они встали колом. Кусок сырого человеческого мяса шлепнулся у моих дрожащих ног. Что это? Да нет, да... Нет. Оля упала в обморок. Вне себя от ужаса я обернулся на Олю, та лежала в стороне, присыпанной... Блядь, суки, да за что вы... Нет. Мне хотелось разрыдаться в истерике, сойти с ума, умереть быстро, без болезни, да прямо здесь и сейчас. Чё тут? Да почему? За что? Что мы вам сделали? Я по-прежнему оставался в камере пыток, выбирая между ужасным исходом в желудках чудовищ и каннибализмом. Стоит мне согласиться так же, как они, навсегда утрачу свою волю и разум. Превращусь в вечно голодную тварь, пляшущую под дудку кровожадного безумца в виде зайчика. Губы мои тряслись, тошнота выворачивала наизнанку, но я нашел в себе силы закричать. Никогда и ни за что! Да! Я человек! До конца! Мы будем стоять до конца, блядь! Могли стать моей эпитафией, но я понимал, что никому уже не суждено найти мои останки. Настала гробовая тишина. Рогатая тень накрыла нас. Пошли нахуй. Не лег ни перед Сёмой, ни перед сатаной. Сладкое мясо. Да идите, да не может бес существовать эта сказка. Внезапно Алиса метнулась к козлищу, стала между нами крошечной на фоне огромного монстра. Не спеши так, не стоит. Ну, она все еще меня прикрывает? Зайчик нам еще пригодится. Зайчик нас покормит вкусненько. Да. Для медведей лисы. Да, да, да. Зайчик кушать принеси. Кого? Людоеда замолкнула, разочарованно сглатывая слюну. Алиса тем временем крутанулась и... Ой, вновь предстала передо мной милым ребенком в маске лисицы, которую впервые повстречала январским утром. Иди-ка ты знаешь куда! И заключив меня в объятия, Алиса сладко зашептала. Душа, ты хочешь спастись? Ты что, меня купить хочешь тут? Слезы брызнули из глаз, я заревел. Да! Да, да, хочу.
Хватая лисичку за подол шубки, я продолжал всхлипывать и дрожать. Скажи громче, чтобы все слышали. Не помня себя от горя, я закричал, умываясь слезами. Да! Да! Тут же мой рот наполнил металлический привкус крови. В смысле? Она меня сунула! Черные пальцы ресницы пропихивали кусок человечины глубже мою глотку. Нет! Нет! Я упал на четвереньки, давясь и кашляя кровью, не в силах срыгнуть ставший в горле кусок плоти. Меня вновь обступали со всех сторон разлагающиеся твари. Позволь, хозяин, я откушу от девчонки самую малость. Я потом откушу от тебя просто все на. Бурлящая злоба утопила мое сознание, что-то чужеродное, первобытное вырвалось из меня свирепым рыком. Только попробуй, и я вырву твой поганый язык и засуну глубоко в клаку, ты безмозглая курица! Ха-ха-ха-ха! Зловещая сова ошеломленно отпрыгнула под улюлюканье лис. Мой голос смолк, а затем меня сложило пополам. Изо рта брызнула рвотная каша с непережеванным угощением. Ты права, зайчик. Чё? Палец ткнулся в меня, казалось, что это нож вонзился в солнечное сплетение по самую рукоять. Твой черед угощает нас. Чё, ты ещё меня хочешь тронуть? Добудь к следующей ночи мясо. А иначе... А, они типа меня хотят поставщиком сделать, сейчас. Алиса молча отступила в тень, Кользёл приблизился ко мне зловонную пасть и прорычал. Иначе мы съедим всю твою семью. Да не может быть, у бати ган! Надо ган срочно! Он рубанул копытом в пол, я побежал прочь, как ошпаренный, забыв про все. А Оля? А Оля, Оля, ты где? Ветер драл мои волосы, я повернулся и похолодел. Где Оля-то? А это тот самый черный гараж? На моих глазах гараж исчезал, растворяясь слоями, тускнел, становился прозрачным, а потом... В смысле он исчез? Только сейчас я понял, что я выпустил руку сестры, и она осталась в логове чу... Нет! Вне себя от ужаса я бросился к сугробу, принялся расчищать снег. Где? Оля, нет. Нет. Нет! Суки! Под белой массой оголялось плечо и бледное Олино личико. Ее посиневшие губы дрогнули. Она жива! Я сейчас! Она жива, жива. Домой. Она домой, быстрее ее! Отнесу тебя домой, согрею, шоколадом напою. Ты только не засыпай, слышишь? Да-да-да, пойдем. Ты только... Мои пальцы напоролись на что-то липкое и горячее. Я разгреб снег, он сделался красным и рыхлым. Что там? Что это? Что там? Я сглотнул. Почему ты не отвечаешь? А что я мог ответить? Нет! Куда этот гараж ебаный? Что? Блять! Вот! Блять! Ты! Ты! Да ну на! Оля склонила голову, уставилась на безобразные обрубки. Оля истошно завопила. Спасибо за то, что вы прошли четвертый эпизод визуальной новеллы «Зальчик». В смысле? А будет еще, да, эпизод? Вы чё, рофлите? Вы чё делаете-то, а? Это, блядь... Это чё такое-то? И это всё? Это конец? А где Катя? А где... Пропавшая... А, так их сожрали... Да ну так...